Иоанн Кронштадтский благословил устроить в 18 километрах от Суры Троицкий скит Сурской обители, который сам и осветил 14 июня 1902 года. От лесной дороги до Летовской рощи километра 4, и мы идем поклониться этим святым местам. От церкви остались лишь металлические кресты, решетки да несколько болтов. Внимательный глаз еще сможет различить основание фундамента храма, который быстро зарастает, и остатки когда-то вырытого сестрами колодца. Землю под строительство Троицкого скита пожертвовал лично государь-император Николай II, а благословил строительство святой праведный Иоанн Кронштадтский. Говорят, он очень любил это место, откуда его родная Сура была видна как на ладони. На освящении скитского храма батюшка говорил: «Для чего я собрал и поселил вас здесь? Не для вашего ли спасения? Не для того ли, чтобы, упражняясь во всякой добродетели, вы сделались одушевленными храмами Божьими навеки бесконечные?» Не хвалить чужие стороны, знаю, вспомнят веру отчую. Рассветной стылой темени у креста, где ты распята, тихо светятся до времени сокровенные булаты. Недалеко от поселка Суры есть еще одно удивительное место – источник святителя Николая Чудотворца. Местные жители, собираясь за водой, так и говорят: «Пойдем к Николе». Ходят слухи, что давным-давно кто-то видел в этих краях святителя Николая в образе седого старичка. На этом месте и сейчас стоит простенькая часовенка. А в 100 метрах от нее, говорят, нашли икону святителя Николая. И в том месте, где была явлена икона, забил родник. Вода из него почитается святой и целебной. Чистота и первозданность этого места надолго запечатлеваются памятью. На заснеженной равнине и была ты светлая девою, причастившийся в святыне. Паромную переправу. Thank you.
одном из самых глухих уголков Архангельской области вот уже 4 столетия находится Артемиевый Веркульский монастырь. Сюда неоднократно заезжал отец Иоанн поклониться мощам святого отрока Артемия Веркульского чудотворца. Местоположение монастыря на высоком берегу реки Пинега очень красивое. Монастырские строения окружены прекрасным сосновым лесом. Основание монастыря относится к началу 17 века. Монастырь назван Артемиевым Веркульским в честь святого праведного Артемия. Сей отрок родился в 1532 году в благочестивой крестьянской семье. Его родная сестра, которую помнят в этих местах, известна как праведная Параскева Перенемская. Согласно житию, святой отрок Артемий был трудолюбив и вел праведную и простую жизнь. Однажды, когда святой Артемий вместе с отцом и матерью трудился в поле, разразилась сильная гроза, и отрок Артемий был убит молнией, или, как пишется, от громного страха приставися. Тогда отроку было всего 12 лет. Крестьяне не решились предать его тело земле, подумав, что такой кончиной он был наказан за тайные грехи. Но через 33 года его мощи были обретены нетленными, и от них исходил чудный свет. После обретения святых мощей праведного отрока Артемия Бог прославил своего сокровенного угодника многочисленными исцелениями приходящих к ним людей. Точная дата основания монастыря неизвестна до сих пор, но основатель известен. Это воевода Афанасий Пашков, который после 1635 года построил обитель в благодарность за исцеление сына по молитвам святого праведного отрока Артемия. Одним из самых ревностных настоятелей обители славился архимандрит Феодосий, который управлял монастырем с 1861 по 1885 год. Его могила чудом сохранилась. Ныне здесь установлен памятный крест. Успенский собор был заложен при наместнике архимандрите Виталии в 1891 году. Храм был возведен на средства святого праведного Иоанна Кронштадтского и трудами братьев обители. По размерам и архитектуре это единственный подобный собор во всем Пинежье. Этот изумительный, даже по столичным меркам, храм был возведен по проекту академика Марфельда. 14 и 15 июля 1897 года отец Иоанн Кронштадтский лично осветил верхний храм собора и произнес замечательные проповеди на его освящении. Недалеко от Веркалы находится Исура, родное село святого праведного Иоанна Кронштадтского. Еще мальчиком отец Иоанн ежегодно заезжал поклониться святым мощам Артемия Веркульского, а позднее на средства отца Иоанна Кронштадтского были приобретены и вызолочены деревянный балдахин и новая рака для мощей святого отрока. При разорении обители в 1920 году братья успела тайно спрятать мощи святого Артемия от поругания. По некоторым свидетельствам, ныне они находятся под спудом на территории монастыря. Часть братьев приняла мученическую кончину. Старожилы помнили, как в 20-е и 30-е годы жгли книги и монастырские иконы, а затем разобрали на кирпичи монастырские стены и колокольню. Возрождение обители началось по инициативе уроженца села Веркалы, писателя Федора Абрамова и его жены. Писатель, по своему завещанию, похоронен у монастырской стены так, чтобы при воскресении из мертвых восстать лицом к святой обители. В 1989 году при участии жены писателя Крутиковой Абрамовой, а еще через год, начались регулярные богослужения.
Рождественский храм типичен для Архангельской области по своей архитектуре. Почти такой же стоял и в Суре, где служил дьячком его отец Илья Михайлович Сергиев. И вот мы снова в Санкт-Петербурге, на Карповке, куда после кончины отца Иоанна были торжественно перенесены останки одного из последних великих пастырей русского народа. В годы гонений монастырь закрыли, но верующие люди продолжали тайком посещать святыню и молились у окошка, где почивали святые мощи Иоанна Кронштадтского. Иоанновский женский монастырь первоначально и был подворьем Сурского монастыря, но в 1902 году был преобразован в самостоятельный монастырь. Иоанн Кронштадтский еще не был прославлен церковью, но чудотворения уже происходили. Сюда, к гробнице кронштадтского батюшки, приходили и приходят те, кто хочет облегчить скорбь, исцелить недуги, душевные и телесные, укрепить веру и надежду. И небесная помощь по молитвам батюшки подается